Приветищи! Мы вернулись снова на ферму слаймов. И пойдем глянем сразу же курятник. Да, отличненько, у нас уже 1, 2, 3, 4 цыпленка. Это очень круто. Одну мы сейчас курицу отсюда заберем. Ой-ой, нет, цыпленок не нужен. Так, еще. Нет, это остается курица, она у нас каменная. И вот эту возьмем. Все, пойдем. Сейчас покормим наших огромных пузянов скалистых. Так, так. Вот, отлично. И, кстати, да, спасибо, что все написали по поводу плорта синего. Он, оказывается, просто был с другой стороны, а я-то здесь забирал. Вот он, этот плорт. Сейчас мы все вытащим нафиг отсюда. Как же так, я его тогда не заметил сразу. Там у нас уже несколько плортов появилось. Давай все это дело соберем. Вот так. Во, огонь. Итак, у нас с тобой наступила ночь, и я давненько хотел зайти вот в эту пещеру. Сейчас узнаем, что же здесь. Так, нажмите Е, чтобы вся пещерная система была заблокирована обвалом, когда я ее открыл. Может, поэтому ребята тут в глубине такие хмурые, им уже давненько нечем перекусить. Как бы то ни было, уж постарайся, чтобы источником перекуса не стал твой собственный филей. Захвати с собой еды, чтобы успокоить их. Вот так-то вот. Ладно, пойдем. Еда у меня, кстати, с собой есть. Морковочка и погофрукт. Ой-ой-ой, какие значки опасные. Я что-то слышу, мне кажется? Не-не-не, мне показалось, походу. Опачки. Воу, ты посмотри, какой злый. Ой, что-то у вас реально много. На, лови. Хрумкой, хрумкой. Нифига себе, вы бомбите. Поаккуратнее, ребят, не бомбите. Кушайте, кушайте. О, молодцы, молодцы. Плортов мне заодно дали. Ого, фосфорный плорт. Таких я еще не видел. Наверное, дорогущий. Так. Ну, этих я успокоил. Идем дальше. Поглубже. А, вон там еще плор забыл. Опа. Чувак, ты добрый или злой? Вроде бы добрый. Идем дальше. Опачки, а вот и двери приехали. Что за двери? Нажмите Е, чтобы использовать слаймовый ключ. А, вот куда этот ключ, значит, нужен был. Опачки. Достижение сам приказываю, откройся. Воу-воу-воу-воу, вот это прикол. Чё это у нас здесь? Ура, руда! Я нашел какую-то руду. Карьер Индиго. Я вышел на карьер Индиго. Круто. Давай почитаем, что здесь у нас. Кстати, здесь очень пусто, никого нету. Я всегда был абсолютно счастлив в одиночестве. Место вроде этого старого карьера мне всегда подходило. Мило, тихо и почти никого. А, ну ясно. Здесь, короче, практически никого нету. Оп-опачки, выскочил как, а? Так же и напугать можно. Кто это там у нас брызгается? Нифига себе, никого не... Воу-воу-воу-воу-воу, ребята, там смотри, какие взрывные чуваки. Прям какие-то лавовые. О, лавовый слайм! Нифига себе, прикольно. О, смотри, черный какой слайм. Нифига себе! Ой-ой, тыква-слайм какой-то образовался. Жесть! Он даже... Он поедает других слаймов и просто плодится. Ты посмотри на... О, нифига себе, ну-ка иди сюда. Иди сюда, красавчик. Вар! Вероломные, агрессивные, разрушительные радуги. А ну иди отсюда. Нифига себе, как он бомбанул меня. Ой-ой-ой, ты посмотри, как он их всех жрет. Жуть какая, надо их утапливать нафиг. Иди в море искупнись. Сюда не надо летать. Блин, ты посмотри, как они плодятся. Здесь очень опасно. Жуть. Тихо, иди вон, купайся. Ёкарный бабай. Нифига себе, как это я на них наткнулся-то вообще. Жесть, жуть. Я вот тут одного поймал. Хочу попробовать его покормить, посмотрим, что будет. Так, тихо. Вот, на, поешь, еще поешь. Нифига себе, смотри, я морковку в него кидаю, она просто иссыхает. Нет, только не этого смайлика, нет, ты не сможешь его съесть, я спасу его. Все, иди купайся. Короче, какой бы продукт я в него ни кинул, этот продукт начинает очень быстро портиться и становится несъедобным. Да что ж такое-то, откуда вы беретесь-то вообще нафиг? Все, вроде бы большинство я утопил. Блин, ну это, конечно, капец, они всех тут съели. Вон еще туся. Ой, так у вас тут еще на самом-то деле много. Капец. Лавовый плорт, я иду. А, у меня места нету, блин. Ладно, придется морковку выкинуть. Блин, сколько их здесь. Здесь очень опасно. Так, розовый плорт взял. Теперь надо отсюда по-тихому валить. А вот это что такое? Нет, это я не могу собрать. Капец.
Валим отсюда нафиг. Чё это, кто это взорвался там? Тихое место, ёкарный. А ну идите отсюда вообще нафиг. Так, ну тут, в принципе, понятно, да? Пойдем в другую сторону. Вот сюда. Что у нас здесь? Опа, коробочка. О, милый слайм, извини, места у меня для тебя нету, зато я тебя могу покормить. Держи, покушай. А, походу, он такой не ест. Отдай вот эту штуку мне. Куда ты ее потащил? Подожди, не тащи, дай-ка мне ее сюда. Око-око-око. Трубовидный микс цветных корнеплодов. Ничего ж себе. Что-нибудь еще новенького здесь есть? Не. Ты посмотри на этого котейку. Он просто что-то таскает с собой. Такой милашный. Взял фрукт. А, да ты посмотри. Молодец какой. Взял фрукт и принес сюда. В кучечку все собрал. Какой же ты милашный. Эй-эй-эй, тихо-тихо. Там эти бугаи прыгают. Я не дам их... Ты посмотри, как он... Ай, блин! Он все-таки съел этого слайма. Притянул своими паклями и съел. Так. А здесь у нас вода, да? Значит, здесь мне никуда не пройти. Получается. Блин, ну надо же забрать как-то этого. Эх. А где этот мяу? Слайм. Эй, мяу, слайм. Ты куда делся? Блин, куда-то спрятался. Ну ладно. Пойдем к этим отвратительным чудовищам. О, еще вон лавовый плорт есть. Так, это я забираю. Там я увидел у них пещерку. Хочу туда спуститься. Опачки, еще одна сокровищница. Но она закрыта. Вот она, эта пещерка. Я там вижу фосфорных слаймов. И куда же она ведет? Так, аккуратно. Блин, мне из еды только око-око осталось. Смотри, какой! Красавчик! Скалистый, гордо! Надо бы его тоже бомбануть, слушай. Как и того розового здоровяка. Так, что у нас? Вон туда мне нужно попасть. Опа, еще одна сокровищница. Сколько же здесь сокровищниц-то? Давай, бежим, это все дело. Оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас узнаем, что это такое. Опачки! А вот и открыл еще одну карточку. Так, я отсюда пришел. Значит, мне нужно вон туда. Куда меня выведет эта дорога? Опачки. Что это за строение так? О, нифига себе, вот это сала. Что происходит? Они как будто, знаешь, такие липкие слизуны, которые... Что это вообще за слайм? Пойдем-ка разберемся. Иди-ка сюда. Как тебя зовут? Воу, это радиоактивные слаймы. Отхватил облучение от него. Так что нужно подальше от них держаться. А вот это что за строение такое интересное? Надо бы как-то, я не знаю, туда пробраться. Вот так, аккуратненько. Главное, чтобы меня эти радиоактивные слаймы не грохнули. Еще одна сокровищница. Сколько же здесь сокровищниц-то спрятано, раскидано. Так, идем сюда. Что у нас здесь? А здесь курятник. Горячие источники. И здесь у нас, смотри, какие слаймы плавают. Как сопли какие-то. Но это тоже слаймы. Ладно, бежим вон туда. Мне кажется, мы уже далеко забрались. Мне бы назад как-нибудь отсюда выбраться. А, мост сломан. Вот беда. Короче, туда мне пока дорог закрыта. Я понял. Ладно, возвращаемся домой. Сейчас я хочу посмотреть, сколько стоит фосфорный плорт и бабах плорт. Бабах плорт у нас стоит 67 монет, а фосфорный где он у меня? А вот он. 29. Ну понятно. Бабах, короче, крутой. Все, сейчас это сдаю. И знаешь что, я что-то решил сделать, короче, вырастить око-око. Для этого мы с тобой вот здесь вот построим участок земли. И запулим сюда вот это вот око-око. Вот так вот, сейчас оно должно прорасти. О, растет. Огонь, ну пусть растет. А мы с тобой сейчас пойдем бомбить того скалистого пузана. Но прежде я хочу посмотреть в слаймопедии, чего он больше всего любит. В комментариях очень много писало людей, что у каждого слайма есть любимая еда. Так, где мне только это посмотреть? А, вот слаймы. Скалистые слаймы. Любимая еда — это сердцевёкла. Блин, а у меня сердцевёкла-то нету совсем. Но я знаю, где она есть. Сейчас быстренько добудем. Надеюсь, что она там есть. Во, вот он, ты посмотри, сколько ее здесь. О, да. Надеюсь, я скоро эту сокровищницу открою. Ну что, вот мы прибыли. Ты готов? Скалистый Гордо.
Сейчас мы тебя любимой твоей пищей покормим. Лови сердцевёклу. О, да, сердечки аж напошли. Он это любит. Так, все, они у меня закончились, и остались погофрукты. Блин. Он не ест погофрукты. О, морковку ест. А клубнику? Клубник тоже не ест. Понятно, то есть этот гордо еще и прихотлив, он не все подряд ест. Блин. Ну что, пойду тогда за клубникой. Ой, не, не за клубникой, за морковкой. Открывай рот, я тебе принес морковки и око-око. Держи-ка. Надеюсь, этого хватит. Ну же, у меня уже запасы подходят к концу. Ну блин, ему еще чуть-чуть не хватило. А-а-а, капец. О, нифига себе, свекла! Офигеть, как мне фартануло. Дружище, я нашел тебе сердцевеклу. Держи. Так. И наконец-то. Бабах. Ха, круто. О, что это за сфера такая осталась? Ребятки. Ай-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо. Дайте-ка я пройду. А, это телепорт. Да ладно тебе. Ща пробуем его. Так, что у нас тут? Мяу, вот этот, иди сюда ко мне. Мяушка. Оу-оу, ребят, тихо, я понимаю, что вы голодные, но не настолько. Давайте я вас чуть-чуть покормлю, ладно. Тихо-тихо, не нападайте на меня. Вот, держите, кушайте. А, блин, они клубнику не едят. Курицу заберу. А, все. Да блин, ну ребят, тихо, не бомбите по мне. Больно же. Опачки. А, вот этого забираем. Куриц. Ай-яй-яй-яй, куриц мне не надо. И последняя коробочка. Что у нас там? Сердцевёкла и око-око. Блин, сердцевёклу. Ай, ребята, все сожрали. Да. Ну что ж, ладно, ловить тогда морковку. Вот вам. Держите. А я плорты соберу. Блин, клубнику выкину. Где плорты? Плорты. Фух, ну все вроде бы. Давай я пробуем телепортик. Хлыбыщ. О, погоди, это что это за место такое? Куда это я прилетел? Я думал, я на базу прилечу. Нифига себе. Че это мне по горам тут прыгать, что ли, как горный козел? Ладно, пойду-ка я в эту пещерку спущусь. Посмотрю, что там. Заперто. Туда не пройти, но там что-то крутое. По-моему, это моя вторая ферма будет. Там, наверное. Походу, у меня не остается выбора, кроме как прыгать по горам. Ну, пойдем попрыгаем. Опачки. А, смотри, там внизу что-то есть. Походу, вниз спуститься можно. Ну, давай попробуем. Понятно. Это просто подъем был. Ладно, прыгаем. Оп. Оп-оп-оп. Я надеюсь, дальше есть проход. Аккуратно, нет, дальше прохода нету. Тут мне, походу, нужны будут сапоги-скороходы. Ясно. А что, если я здесь прыгну? Блин, вот это попадос. Зря я спрыгнул. А, нет. Это был самый фейловый фейл. Блин, профукал такого няшного слайма, котейка слайма этого. Ой, ну все, ну это пипец. Ну ладно, нового найду. Благо, они здесь еще есть, так что это не печально. Ну вот, дружище, на сегодня наш поход с тобой закончился. Это был 13-й день, точнее, мы сейчас проживаем с тобой 13-й день на ферме слаймов. Если тебе понравилось, то с тебя лайкосик, комментарий под видео. И не забывай подписываться, чтобы не пропустить новые серии, если ты еще не подписан. Всем спасибо за просмотр, удачки, пока и до нового видосика. Ого, нифига себе, какой у меня курятник теперь огроменный. Жесть!